Всем привет, друзья! Очень рада, что вы заглянули ко мне в гости. И сегодня вместе мы с вами разберем мой очередной заказик с Faberlic. Я знаю, что вы такие видео очень любите и мне своими советами подсказываете, на какие товары стоит обращать внимание. Поэтому давайте начинать. Уже успела некоторые товары протестировать и могу вам рассказать свое собственное мнение. Надеюсь, что оно будет для вас полезным. Ну, естественно, каталог мы с вами листать не будем, но тут много интересных новинок среди одежды, неоновая коллекция. Я думаю, вы уже могли видеть, если на сайт заходите. Мне же хочется с вами поговорить про уходовую косметику, про товары для дома. Их я люблю больше всего. Давайте начнем, наверное, с самых обычных и постоянных покупок, которые я совершаю практически из заказа в заказ. В этот раз я заказала две упаковки стирального порошка. Это концентрированный стиральный порошок, который вы мне порекомендовали. И я уже, правда, подсела на него. Маленькие пакетики, а вес тут пакета, как бы не соврать, 800 грамм. И вот этот маленький пакет заменяет 3-килограммовый пакет обычного стирального порошка. Я взяла универсальный порошок с ароматом горная свежесть. И мне нравится, что он гипоаллергенный и подходит для стирки детского белья. А также взяла второй пакет тоже такого же веса. И это концентрированный порошок для цветного белья. По характеристикам, в принципе, он схож, поэтому особо ничем не различается, только что этот универсальный, этот для цветного. И в комплекте к каждому порошку еще шли мерные пластиковые ложечки. Очень удобно отмерять нужное количество порошка. Так, сразу вам хочется показать новиночку, которая мне, правда, очень понравилась. Это новый мицеллярный шампунь. Новая линейка называется Биомика. В прошлом заказе, ссылочку на тот видеообзор я оставлю, я заказывала из этой серии мицеллярную воду. И мицеллярная вода мне понравилась. Как вы знаете, я люблю яркий макияж, особенно тушь водостойкую использовать, или же, например, подводку. И вот всегда возникали проблемы со снятием макияжа. Вот мицеллярочка мне понравилась. Тоже она в голубом цвете. Я думаю, даже если не будете смотреть видеообзор, но смотрите, там тоже было много интересного, и вы сразу эту мицеллярку найдете. И это у нас шампунь. Маленький флакон, всего лишь 150 мл, написано, что подходит для чувствительной кожи головы. Знаете, мне понравилась его промываемость. Действительно чувствуется свежесть на волосах даже в момент смывания этого шампуня, потому что у Faberlic некоторые шампуни есть, вот да, они питательные для волос, они хорошо работают на кончике, но вот все-таки, если ваши волосы склонны к жирности у корней, они могут слегка давать вот такую сальность даже после мытья. Вот этот шампунь мне пока очень сильно нравится. Чувство свежести, смывается хорошо. И знаете, на что хочу обратить внимание, что пенообразование у него не сильное. Это вот что-то такое слабенькое. Но пока этим шампунем довольна. Также, как всегда, взяла гели для душа, но в этот раз это серия Bonjour. Это у нас японский гель для душа, и в составе тут есть экстракт лимона и японский базилик, который называется шиса. Вообще, мне аромат очень понравился, настолько приятный, он пахнет и лимоном, но лимон это, знаете, какой-то своеобразный, он с какой-то интересной ноткой. Я даже не знаю, как описать аромат этого геля, но очень приятный аромат. Если решитесь, вот советую, и на лето подходит просто идеально. Чувство свежести, чувство легкости, и заметила, что вот ощущение стянутости на коже пока у меня не возникло. Вот гелем тоже довольна, и серия тем более бюджетная, и представлено в этой линейке несколько ароматов, они посвящены различным странам, там, кажется, были и французские ароматы, но на всякий случай ссылочку на сайт, где представлено большое количество товаров Faberlic, даже которых нету в каталоге, так что переходите, смотрите, я думаю, там тоже найдете. И знаете, сразу мне хочется поддержать вот эту желтую тему, посмотрите, что я еще заказала. Это маска. А вообще, маску антистресс я вам уже показывала в предыдущем обзоре в розовой коробочке. Мне маска-то очень понравилась. В этот раз я решила взять маску с функцией восстановления. И в составе тут есть пантенол и провитамин В5.
Маску использовать очень просто. Наносим на очищенную кожу и оставляем на 10-15 минут. И вот таким образом выглядит баночка в этой коробке. Тоже яркая, красивая. И знаете, что меня удивило? Аромат! Он просто нереальный. Если вы помните жвачки, которые продавались где-то в 90-е года, 95-й, может, что-то по типу Турбо, еще какие-то жвачки были. Вот приятный такой сладкий аромат мне настолько сильно понравился. Мне, наверное, даже больше понравилось не действие этой маски, а то, как она пахнет. Очень-очень приятно. По нанесению никаких проблем нету. Знаете, мне понравилось ощущение после нее. Ее кожа как будто легкая, и в то же время она и насыщенная, напитанная. Мне понравилось то, как выглядит эта маска. У нее матовая поверхность, это и по текстуре она очень-очень приятная, как будто это какой-то смузи, вот легкая. Ну, я не знаю, как описать, но маска просто шикарная. Вот этой серии пока остаюсь довольной. Наверное, буду что-нибудь еще заказывать, но вот это вот прям класс, советую от всей души. Далее, что я еще заказала из новиночек? Ну, вы знаете, мою такую проблему, я постоянно ищу фиксаторы макияжа. Я уже пробовала фиксатор от Evelyn Cosmetics, покупала Magnit Cosmetics. Он мне, знаете, средненько так понравился, все-таки давал к концу дня легкую жирность. Также мы с вами покупали фиксатор от Parli. Я не помню, то ли эта линейка была у Ханами, то ли эта линейка была Синдо, но производитель один и тот же, Parli. Супер дешевый мист фиксатор был, но на моей коже не работал совсем, мне категорически не понравилось. И когда я заметила на Faberlic в новой линейке To The Best, что появился фиксатор, и в принципе ценовая категория была тоже вполне приемлемая, я решила взять попробовать. Что у нас заявлено производителем? Что это спрей на водной основе, быстро высыхает, и действительно это так и есть, фиксирует макияж и уменьшает жирность кожи. В составе есть протеины шелка и активные компоненты, ниацинамид и еще цинк. И именно цинк, он и должен подсушивать кожу, если кожа склонна к жирности. Несколько раз уже попробовала, заметила, что да, тональный крем держится намного лучше, но вот все-таки к концу дня жирный блеск появляется, поэтому сразу и навсегда этот фиксатор макияжа блеск не уберет. Но вот из тех спреев, которые я пробовала, мне он пока понравился больше всего. А также он неплохо сохраняет стойкость теней. И это тоже для меня несомненный плюс. В чем еще нюанс его использования, что его можно использовать как поверх макияжа, а также на очищенную кожу в качестве базы под макияж, и, как заявлено производителем, также будет он работать и хорошо сохранять макияж. Еще одна новиночка среди декоративной косметики. Это новая тушь. Серия Glam Team Makeup. Мне эта серия нравится. У меня есть палетка корректоров, консилеров от из этой линейки. И поэтому, когда увидела вот эту тушь, а тут заявлено, что, ну, в принципе, это обычная тушь для ресниц с фибровой щеточкой, приподнимает ресницы от самых корней, великолепно подкручивает, удлиняет, создавая эффект push-up. Решила взять попробовать. Мне понравилась кисточка. Знаете, она достаточно пушистая, но вот по эффекту, сейчас у меня эта тушь на глазах, мне все-таки нравится тушь от Faberlic, также Clink and Go. Я вам уже не раз ее показывала, и в крайнем заказе, ссылочка также будет в подсказке сверху, я вам про нее подробнее рассказывала. Если не видели, вот переходите, смотрите, тушь просто бомбическая. Настолько шикарный объем получается, и реснички и длинные, и толстенькие, и при этом не склеивает. Вот эта тушь, она, да, она подчеркивает, она удлиняет, но нет вот этого драматического эффекта длинных ресниц, вот такого супер загадочного взгляда, но все равно тушь неплоха, поэтому буду пользоваться, но пока любимчик Clink and Go, надеюсь, правильно произношу по-английски, я все-таки немец, и ну, пока вот так с этой тушью. В последнее время на сайте стало заходить все чаще в раздел распродаж. Там выкладывают товары, к которым уже подходит срок годности. И для того, чтобы остатки подобрать,
чтобы это все не залежалось на складах, распродает по привлекательной цене. И в этот раз я взяла себе маску, и да, она не по сезону, это маска из зимней коллекции, маска для волос. Называется «Двойное питание с аминокислотами, зимняя терапия, интенсивное питание, блеск волос и эффект антистатика». Но вообще я люблю супернасыщенные маски, использую их только на кончике волос. И вот сейчас после использования этой маски волосы достаточно неплохо выглядят, и они правда мягкие. Так что этой масочкой буду, зимней маской, пользоваться в летний период. Не вижу ничего в этом криминального. Маска мне понравилась, действительно, действительно хорошо увлажняет. Главное подержать ее подольше, примерно 5-7 минут. И еще по распродаже, и также из зимней коллекции, я взяла подарочный набор кремов для рук. Это набор, состоящий из трех маленьких флакончиков крема. Интенсивное восстановление, надежная защита, питание и смягчение. Объем этих тюбиков всего лишь 30 мл. Но такой крем удобно бросить в сумочку, он не будет занимать много места. А также по своей питательности этот набор понравился моей маме, так что он ей и отправится. Ну что, друзья, вот такой заказик на Берлик был у меня сегодня. Надеюсь, что это видео было для вас интересным и полезным. Если у вас есть свое собственное мнение по поводу вот этих товаров, если вы уже успели их опробовать, то, пожалуйста, смело пишите в комментариях. Даже если вам что-то не понравилось, мне любой ваш отзыв интересен, потому что мы с вами люди разные, и интересно выяснять, кому какое средство подходит. Ну а если вы мне хотите порекомендовать что-то из Faberlic, то что 100% проверенное, и вы можете рекомендовать вот прям всем, также, пожалуйста, пишите, я всегда люблю пробовать что-то новое.